фонограмма выдержит концерт. Однако пошатнувшееся здоровье певицы может вынудить ее завершить выступление раньше положенного времени. Юбилейный концерт Аллы Пугачевой стал самым громким событием этого года. Долгие месяцы подготовки и волнений позади. Сегодня народная артистка впервые за последние 10 лет выйдет на большую сцену в Кремле, и несколько часов будет радовать поклонников своей музыкой. Алла Борисовна подготовила зрителям массу сюрпризов, в том числе и новые песни. На ее концерте соберутся не только фанаты, но и преданные друзья, в числе которых один из самых близких певицы людей – композитор Игорь Николаев. Накануне концерта музыкант поделился с подписчиками своими волнениями и признался, что едет с супругой на концерт Аллы со страхом в сердце. Он всей душой пожелал артистке удачного выступления, чтобы мероприятие не разочаровало ни Примадонну, ни зрителей в зале. Таким образом, он будто намекнул на плохое состояние Пугачевой. Как известно, здоровье Аллы Борисовны в последнее время серьезно шалит. 70-летняя артистка нажила целый букет заболеваний, которые в последнее время часто изводили ее. Не исключено, что на фоне переживаний самочувствие вновь подвело артистку, что скрывает ближайший круг людей. Вероятно, поэтому Алла Борисовна в последнее время вновь пряталась от публики, не проводила время с мужем и детьми, а после своего дня рождения не смогла присоединиться к семейному отдыху. Частые съемки могли подкосить артистку, о чем Николаев, как близкий друг, может знать. По информации СМИ, подготовка к концерту прошла на высшем уровне. Сцена готова, публика с нетерпением ждет, а сама Алла Борисовна, не захотев рисковать, подготовила фонограмму. Остается надеяться, что немолодая артистка выдержит несколько часов активного выступления и благополучно завершит долгожданное шоу.